Так-так, собаки, чем мы тут занимаемся? Да мы хотели тебя попросить вкусняшки нам достать. А чё не позвали тогда? Так, я не поняла, почему пачка награды в два раза меньше стала? Вы что, подворовываете? Мы нет, наверное, тебе показалось. Ну а кто тогда? В общем, я от соседа слышал, что тут раньше жил мужчина с собакой. Потом он умер, а собаку выгнали из дома, чтобы продать квартиру. И теперь дух мужчины не может успокоиться и ворует еду у жильцов, чтобы кормить своего питомца. Ну вот, какая грустная история. Ладно, собаки. Оскар, я что-то кушать захотел. Я тоже. Может, попробуем пробраться к ящику? О, а это идея. Вперед за вкусняшками. Главное, папу не разбудить. Да тихо, я же ниндзя. Ося, посмотри, там остались кроличьи ушки. Джон, ты еще выбирать собрался. Нужно быстрее брать, пока папа не проснулся. Оскар. Ты чё, своей тени испугался? Бежим! Что это такое? Я не знаю.